Конечно. Так, это у нас селедка под шубой, Джон, правильно? Скажи, чем отличается селедка под шубой в Латвии и селедка под шубой, если такая есть, в Швеции? Да, сколько селедок в Швеции не пробовали, в банках, развесную. Она с каким-то сладковатым привкусом, более-менее, но нет чистого такого русского такого селедочного колорита, вот такой, не соленой селедки. Ну не пересоленной, а не примеру, как положено. То есть она получается сладковатая, да, в Швеции? В Швеции сладковатая. Там специальный сахар добавляют. Сахар специальный. Да, специальный сахар. Такой вкус. Вот. А вот это вот настоящее. Ну, что в Латвии, что в России. Это уже как бы родное, да? Родное, абсолютно. Родное, ага. Ну, вот ты сейчас взял вот этот кусок, ты взял просто от ностальгии, или же ты бы, вот сейчас, живя в Швеции, ты бы ел бы ее периодически, там, неделю, раз? Ел бы с удовольствием. Ел бы, да? Каждый день бы ел, точно. Каждый день бы даже ел бы. Не знаю, может, 2-3 недели подряд я бы ел точно. Угу. Потом, ну там, на пельмени можно перейти. Опять же, в Швеции пельменей нормальных нет. Угу. Продаются разные виды. Тортилы, кажется, называются. Маленькие такие, да? Это шведские пельмени, да? Да, шведские. Они бывают итальянского производства, но шведского производства, но тоже не то. Тоже нет вот этого, я не знаю, терпкости, не терпкости, но вот насыщенности вот этого вкуса. Да. Сам пельмень был большой, тесто было у него такое жирное, мясо там было с перчиком, с лучком, и то есть, а там все такое. Там все в такой лайт какой-то, да? Это лайт такой. Да, 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 да. Как бы ешь и... Не то все равно, не то. Поэтому я вот сейчас вот взял не то, что есть хотел, да. Я с утречка сегодня уже очень хорошо вот так наелся. Опять же, домашняя пища наша, то есть мы даже не здесь, а вот мы привезли свою пищу. Ага. Супер просто, блинчики с мясом. Поэтому есть не хотел. Но вот, вот сейчас вот открыл, аппетит начинает. Просыпаться начинает. Ну что ж, друзья, такая маленькая зарисовочка насчет шведской и латышской кухни. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Находимся в городе Рига.